Добрый день, наши уважаемые покупатели. Магазин «Олимпия», город Екатеринбург, продолжает вас знакомить с демисезонной коллекцией. Мы получали опять премиальное качество, премиальный товар и эти пальто, которые сшиты из итальянской ткани. В данном случае это «Коломбо». Итак, длина изделия 120 сантиметров. Вы очень часто спрашивали в черном базовом цвете. Это хорошая классика. Стиль воротника идет Шанель. В отделке у нас с вами используется тесьма. Я вам обязательно ее покажу. Такая металлизированная и посеребренная. Это, в общем-то, итальянская идет фурнитура, которая используется, конечно же, на тканях премиального качества. Карманы есть. Они при транспортировке зашиваются, не увеличивают бедро, прорезны. И эта тесьма прослеживается, если мы увидим с вами, на карманах, на воротничке. Разрезы глубокие, то есть при моем росте 168, они также идут до 35-40 сантиметров. Зрительно удлиняют нашу ножку. Данное пальто мне очень нравится. Его можно носить как с поясом, так и без. Вот таким вот образом. Оно идет на кнопках. И при ходьбе, пожалуйста, будут расходиться у нас с вами вот такие вот, да, разрезы и играть на ваш образ. Кроссовки мы здесь видим, обувь элегантную видим, каблук, конечно же, видим. Длина рукава стандартная, размерная сетка здесь будет работать до 56-58 размера, потому что пальто абсолютно свободного силуэта. Свободный силуэт, спокойный, прямой, база плеча и пройма, она спущена. Это, в общем-то, очень большой плюс, дает работать с этим пальто на два размера. Но, конечно же, выглядит очень элегантно, и сюда я бы рекомендовала, потому что очень многие спрашивают, как носить воротник Шанель. Шанель, он смотрится всегда очень стильно и красиво. Пожалуйста, одели бижутерию и любой палантин. Но вот в данном случае я выбрала фукси. Посмотрите, если мы его повяжем вот таким вот образом, простым узлом. Вообще, на самом деле, их можно очень много вариантов посмотреть. Оно, конечно, смотрится очень-очень красиво. Стоимость изделия для подписчиков у нас получается соцсетей 55 900. Длина изделия 120, еще раз повторюсь. И сюда входит, значит, шерсть «Коломбо», ткани итальянские «Коломбо». Хочу показать, это у нас с вами наши фабрики, российские фабрики, которые действительно закупают ткани в Италии. Это очень важно. Итальянские ткани, особенно «Коломбо», «Лора Пьяна», они очень хорошо долговечны и держат как теплоотдачи, просто супер, так, конечно же, и в носке. Хочу показать, обортовка идет очень широкая с одной стороны, с другой стороны, да, это наши отечественные производители, и, конечно же, хочу показать работу. Саму ткань, не знаю, видно здесь характерный завиток, который идет для «Лора Пьяна» и для «Коломбо». Большая гордость, что это на самом деле наши производители. Это стиль идет ателье, это очень важно. Работа просто идеальная, посадка. Даже если вы где-то в расстегнутом виде, пальто не гуляет, а садится хорошо на плечи. Еще раз говорю, длина изделия 120. Это тот вариант, когда можно, пожалуйста, весной, на осеннюю погоду. Всегда оно будет смотреться легко, но с хорошей теплоотдачей. Это два, в общем-то, таких преимущества данных тканей «Лора Пьяна» и «Коломбо». Итак, легкость, красота и изящество, конечно же, в черном цвете. Вот если даже мы посмотрим, только 100% натуральные волокна. Оно, конечно же, все играет. На ощупь очень мягкое, по тактильным ощущениям, и на себе его не ощущаешь. Данное пальто мы приняли решение посадить на подкладочную ткань. Ну, во-первых, оно хорошо держит форму и дополнительная немножко теплоотдача. Хотя, в принципе, не значительно. Наши все изделия можно приобрести как единоразово, перечисляя деньги на расчетный счет, а также в режиме онлайн можно оформить рассрочку без процентов, без переплаты. Это очень важно. И посмотрите, какое сочетание, да? На мне сегодня, допустим, небесно-голубой костюм одет, дальше фукси и черный. И все цвета смотрятся абсолютно гармонично. Ну, а мы, как всегда, говорим вам до новых встреч. Ждем ваши объемы, пожалуйста, без прибавок. И не забываем, что ее мечты и семья «Олимпия», а мы идем дальше.